Всем привет, особенно моим подписчикам. Сегодня мы с вами сделаем лавандовую бомбу для ванны. Она особенно хороша перед сном, когда нужно снять стресс, расслабиться, настроиться на то, чтобы быстренько заснуть. Для нее нам понадобится, конечно же, сама лаванда. У меня аптечная трава, не цветы. Вот в таком пакетированном варианте. Именно ее сегодня возьмем. Также эфирное масло лаванды будет в центре всего. Для бомбы традиционные компоненты — это пищевая сода, лимонная кислота, сухие сливки для того, чтобы увлажнить кожу во время принятия ванны. И она также стабилизирует соду и лимонную кислоту, то есть помогает бомбе быть единым целым. Масло возьмем виноградные косточки сегодня. И нам понадобится два красителя. Оба пищевые водорастворимые красители. Синий и малиновый цвет. Малиновый у меня гелевый краситель, но он тоже пищевой. Форма для нашей бомбы вот такая вот будет, пластиковая. Также в процессе работы нужна будет посуда какая-то. Блендер для того, чтобы соединить наши компоненты. И понадобится пищевая пленка. Это все ингредиенты и все инструменты, которые мы сегодня будем использовать. Давайте начнем делать нашу бомбу. Итак, мы берем 4 столовые ложки пищевой соды. Две столовые ложки лимонной кислоты. Одну столовую ложку сухих сливок. Теперь нам нужно все это перемешать и измельчить при помощи блендера. У нас с вами получилась вот такая вот однородная консистенция. Сюда мы добавляем лаванду. Мы разрываем 2 пакетика и добавляем нашу бомбу. Если у вас лаванда не пакетированная, то этот объем соответствует 1 столовой ложке лаванды. Перемешиваем все хорошенько. Теперь мы берем наше базовое масло, масло виноградной косточки, и добавляем 1 столовую ложку. И тоже тщательно вмешиваем. Консистенция должна теперь напоминать мокрый песок. Теперь мы придадим нашей смеси цвет. Для этого мы берем малиновый краситель, добавляем 3 капли. И добавляем 5 капель синего. Перемешиваем все хорошенько. И у нас с вами получается вот такой вот красивый сиреневый цвет. Теперь мы берем эфирное масло лаванды и добавляем 12 капель. Все перемешиваем хорошенько. Ну и теперь приступаем к формированию нашей бомбы. Для этого берем формочки, они у меня из пластика. Для того, чтобы потом было легче нашу форму извлечь, можно обернуть пищевой пленкой форму, тогда будет это сделать немного проще. Ну что, приступаем. И теперь нам нужно очень сильно соединить наши формы. И аккуратно достаем нашу бомбочку из формы.
убираем все лишнее, все, что у нас там на краях образовалось. У нас получилась вот такая вот чудесная бомба лавандовая. Она еще очень хрупкая, нежная, поэтому ее нужно стараться сильно не передвигать. Ей нужно будет сохнуть часов 8-10. Лучше оставить ее непосредственно в форме, вот таким вот образом, чтобы она окончательно затвердела. Вот, и ею можно будет пользоваться. Надеюсь, рецепт вам понравился. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!